Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского-горисполкома срочно нуждается в желающих, которые зарегистрированы в качестве безработных. На птицефабрику «Вишневка» требуются приемщики яиц, оплата за день 15 рублей. За направлением обращаться на Гоголя 7, кабинет номер 6. В Бобруйске отметят День танкиста. Праздник пройдет в субботу у мемориала боевой славы в честь танкистов днепропетровцев. Начало в 12 часов. В программе концерт, площадка учреждений здравоохранения, аквагрим, лазертаг и катание на лошадях. Осенние ярмарки пройдут во всех районах Могилевской области. В них примут участие фермерские хозяйства, сельхозорганизации и индивидуальные предприниматели. Жителям и гостям представят широкий ассортимент товаров, в том числе хлебобулочную, плодовощную и рыбную продукцию, кулинарные изделия. 100 добровольцев из Беларуси примут участие в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник В». Это будут люди от 18 до 60, которые не болели COVID-19. Главное требование – отсутствие хронических заболеваний и переносимость компонентов вакцины. Ученые ожидают, что после прививки иммунитет против коронавируса выработается на 2 года. Если все испытания завершатся успешно, то Беларусь станет одной из первых стран, которая получит «Спутник В» для массовой вакцинации от COVID-19. Белавия продлила приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября. В Ларнаку авиакомпании не будет летать по 14 число, в Ашхабад и во все пункты Грузии по 30. Полеты в Россию приостановлены до конца месяца, а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород – до 24 октября. Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.